Ох, 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 ох. И даже микрофон навернулся. Как сюда приезжает, так все тут наваливается. Представляете, сюда пригнал на одной машине, и машину сломали. Одну машину сломали. Первая передача уже не включается. Вторую машину пригнал. Коробку не сделали. Третью машину пригнал. Коробку разобрали. На вторую машину он еще пригнал сюда через некоторое время. Еще и машину кончали, представляете? Ну, хорошее место, куда еще можно было машину свою отогнать. Переулок Сиреневый, 1Б. Как с машиной обходится, я понять не имею. Теперь возникает дивный вопрос. Ребятки, вы что думали? Накатить на меня? Ну, накатили вы на хозяев канала. На врубелей наших, замечательных. Они хорошие ребята просто. Они говорят, Леша, занимайся только коммерцией. Честно говоря, у меня от коммерции, знаете, где? Вот здесь она сидит. Вот это. Коммерция, вот здесь она у меня сидит. Представляете, да? Я не хочу этой коммерции заниматься. Мне, честно говоря, плевать на нее хочется. Но мне приходится этим заделом заниматься. По одной простой причине. Мне больше бы понравилось, чтобы я снимал, ну, урожайные поля. Как люди занимаются изготовлением чего-то. А вот это вот то, что купи-продай, сделай-принеси. Так от этого обрыдло все это, честно говоря. Но, к сожалению, пока не получается. Пока не получается, я не понимаю, к чему. Теперь другой вопрос. Если вы типа на меня накатили, вы не на меня накатили, вы накатили на хозяев канала. Я у них в гостях, извините. Но вы забыли следующее. У нормального человека, у меня в том числе, есть замечательный интернет-ресурс. Представляете, да, какой интернет-ресурс? Так вот, ребятки, если кто-то захочет узнать, кто вы такие, а я скоро это сделаю, и в каждом из этих материалов, таких людей, по сути, немного. Но вы должны понимать, что так работать нехорошо. Так не надо работать, я вам серьезно говорю. Я вам сначала хотел про мудака рассказать. Так вот, это баран без яиц, это словарь. Для человека это крендель, не понимающий ничего. Для нас правильнее тупоголовый. В принципе, нормальная среда обитания. Ее можно применять и на телевидении, и на радио. Теперь о чем мы говорим. Вот к вам приходит телевидение, вам надо четко уяснить, что это процесс вашей раскрутки. При этом надо быстро и качественно обслужить телевидение в срок. А если вы не обслужили телевидение в срок, то вам может вся эта тема показаться крутой и освежающей головомойкой. Да, конечно, некоторые телевидения, я в том числе, проплачиваем коммерческие сюжеты. Но у некоторого телевидения, и я здесь, ввиду того, что все свои материалы я, по сути, могу снимать сам, есть интернет-вещание. А в таком вещании тупоголовым нашим придется получить все сполна. И теперь самое забавное – прием на работу. Вот к вам, например, пришел Вася Пупкин на работу. Ранее и круто все смотрели в трудовую книжку, а сейчас нет. А сейчас есть интернет, и вот если в интернете Вася Пупкин будет тупоголовым перцем, ну, я не знаю, стоит ли вам такого брать то. Я бы не против сюда приехать, если бы здесь все в порядке было. Но возникает дивный вопрос, почему меня куда-то посылают? Меня не надо никуда посылать, я являюсь символом города Магнитогорска, потому что кто еще и у кого еще будет такая возможность продемонстрировать косяки чужие? Лучше такими вещами не заниматься. Вам надо понять, что я не только работаю на телевидении, на которое вы почему-то можете наехать. Ну, это только одна часть телевидения. Все остальное – это в интернете. Представляете, какое счастье будет, когда кто-то захочет узнать, кто вы такой. Залезьте в интернет, а там будет дивная характеристика, что вот такой-то крендель является полным чудаком, если не говорить на букву «М». Потому что вот то, что, как со мной здесь поступили, говорит о том, что здесь работают, извините, мудаки. Вот такое слово у нас существует в нашем руссконародном языке.